Thank you.
Thank you.
Большое, спасибо Володе Мирогову за приглашение на фестиваль. Очень приятно всех видеть здесь. Спасибо. У нас есть в продаже еще диски нашего вот с Машей коллектива другого, это Goat's Notes, вышедший на фирме Leo Records. Если есть желание, то, ну, это еще разное. Так что подходите, если вдруг возникнет интерес. Спасибо.
прошу вас на сцену. Привестите все лица. Чуть не забыл, что говорить надо вот сюда. Диме я еще не надоел, это приятно. Значит, надеюсь, что всем, кто остался здесь, тоже. Сегодня у нас открытие сезона Prog Day осени 2013 года. И те, кто, может быть, пришел чуть-чуть не к началу, я для них это повторяю. Prog Day — мероприятие, призванное находить, продвигать, как сказать, знакомить с публикой различные музыкальные таланты Москвы, России и не только. И мы провели уже 12 таких фестивалей, этот 13-й, поэтому, так как это число, оно повышенной счастливости, я его в афишах назвал 2.1. И сейчас будет представлена программа, ну, я не уверен, насколько это в точности программа этого альбома, но вы сможете понять, что это такое, что за дебютный альбом такой выпустила группа Ascorbic Acid, и, быть может, если вам он понравится, то приобрести его по супер человеколюбивой цене в 300 рублей. Также обратите внимание на наш свежий номер журнала InRock, в котором есть также много интересной информации про прогрессив рок и не только. Особенно я от себя рекомендую статью, точнее интервью Льва Ганкина с клавишником голландской группы Super Sister. Такого рода материал об этой группе, которая, в общем-то, сама по себе не очень людям знакома, а тем не менее это одни из классиков голландского прогрессива. Вот такого вот размера и подробности материал, я думаю, о нем не делал еще никто. И вот теперь Лев Ганкин, замечательный наш друг журналист и музыкант, это сделал. Обратите внимание, читайте, не пропустите. И еще, прежде чем начнет Ascorbic Acid, я скажу о том, что у нас уже расписана программа вплоть до ноября. В октябре у нас будет интереснейший проект кларнетиста, гитариста, вокалиста и все на свете Андрея Бессонова, который, может быть, вам, кому-то из вас известен по группе Мишуриса, кому-то, может быть, не Мишуриса, я сейчас могу ошибаться. Короче, он играет блюз, он играет различного рода экспериментальные вещи. У него была такая интересная команда Move Red Objects, которая, правда, немножко разошлась, но с новым составом он делает практически то же самое. Так, тут какие-то провокации с места доносятся. Басист хочет покурить. Нет, я ему не дам такой возможности. Я тогда... Коротко закончу. И в октябре же группа из Санкт-Петербурга Pandora Snail. Это Art Fusion. Они еще в Москве никогда не играли. Они очень ждут этой поездки и будут рады подарить вам свою музыку. Наконец, в ноябре еще одна команда из Петербурга, очень такая опытная, заслуженная, известная, Роза Виталис. И вторая команда тоже не из Москвы, а из Воронежа, Happy 55. Авант-рок, джаз, все на свете. Итак, вы, конечно, все это не запомнили, но можете потом зайти к нам на сайт, ко мне в Live Journal, и все это у меня прочитать. А пока что встречайте Ascorbic Acid, покупайте новый альбом, наслаждайтесь текущим моментом.
Спасибо, мистер Гейсер. Да, действительно, у нас сегодня дисконт на диск благодаря концерту в этом клубе, который непосредственно отношение к лейблу имеет. Спасибо им еще раз большое. Спасибо. Подожди, стоп. Мыкола. Это Мыкола. Ну, большое спасибо на дежуриду. Он замечательный. Надеюсь, что в последний раз. Thank you.
нас еще один друг, его зовут Антон. Он раньше играл в группе «Сальто». Это замечательная труба. Приветствую его. Thank you.
Thank you.
Что-то у меня сегодня инструмент капризничает. Thank you.
Thank you.
Немножко лирики сегодня. Thank you.
всю жизнь мечтал побывать в Японии. Thank you.
Спасибо, спасибо огромное, что-то вы вообще силы покинули к концу. Но вы молодцы, да, силы покинули всех, и кто-то покинул даже зал, но тот, кто остался, вот вам искренне спасибо, просто вот.